Вы не хотите моей мамой стать? Да. Пиздец, все нахуй, приехали. На СТО сейчас поедем, пиздо. Пизда машине. В жизни бы, блядь, еще нормальную найти, ебать, а то нашел какую-то шлюху. Вот. Не надо такие вещи говорить. Да, блядь, ты прикинь, мной пользовались, блядь, наебали, знаешь, насколько тебе настоящих? Куда могу вам нахуй притон показать? Воу. Милф твои не хотите моей быть? Какой милф? Я вообще-то еще не считаюсь милфом, у меня нет ляли. Ну, я еще не такая старая, начнем с этого. Девушкой тогда. Блин, пиздец. Я просто нашел жилу золотую. Ну, блядь, у меня, конечно, есть деньги, но, блядь, все в баксах, всякой хуйни, короче. А где у тебя сейчас деньги? В каких акциях? Да не акции, у меня, короче, есть подарки, есть монетки, есть наркота, есть оружие, есть машина, есть чип-тюнинг, есть деталька. Вот, есть крылья. Такая хуйня. А сколько ты бабок вообще на родину вкинул? Да я вкинул всего 600 рублей. А, это норм. Да я, блядь, кидал-то только на левел, да всякую хуйню. Я навыки купил больше. Титан купил. У вас есть титан, VIP? Да. Пиздец. Все, нахуй, приехали. Пизда, блядь. Ну все, пизда, кажется. Так, куда мы едем? На СТО сейчас поедем, пизду. Пизда машине. А вам куда? Все как в реальной жизни. Я просто катаюсь с тобой. Ну это хорошо. Жалко, не целуемся. Надо вырасти сначала. Давай, бля, я вырос уже. В жизни бы, блядь, еще нормальную найти, ебать, а то нашел какую-то шлюху. Вот. Не надо такие вещи говорить. Да, блядь. Ты прикинь, мной пользовались, блядь, наебали, знаешь, на сколько денег настоящих? Сколько? 15 тысяч рублей. А как ее зовут? Алина, блядь, уебался. Имя такое, ну... Пристегни ремень, то вылетишь с окна, нахуй. Вот, так что пристегивайся. На оруку. А сколько лет было Алине? 16. А на чё она у тебя бабки транжирила? Ну, блядь, она не транжирила, я ей дарил. В надежде, что будет все заебись, а в итоге, ну как было, блять. Короче, все хуёво. Да заебали эти шины ебучие. В рот ебать. Сука, нет, поездить нормально. Ну вот такая хуйня. Вот я теперь народ буду тут время проводить. Может, тут тян какой-то найду. Где ты учишься? Ты вообще какого ты вообще города? В колледже Благовский. Благое. А это где примерно? Блять, между Ленинградом и Москвой. Ну, блять, песня. Почему ты назвал Ленинград? Ну, между Ленинградом и Москвой. Это тут между. Там песня есть такая. На кого учишься? Сельхозтехник. А сколько вам годиков, если не секрет? 25. Неплохо. Да заебали, блять. Что думаете, прям плохо, печально, да? Да. Да ладно еще, это не 50. Спасибо за поддержку. Все будет нормально. Осталось мужа, блядь, найти богатого. У меня есть муж. Богатый? У меня есть муж. А богатый? Просто есть муж. Ну, вот богатого надо. Нахер этого можно спросить. Ну хотя, они тут нет. Все по любви. Богатые, они, знаешь, они такие, со своим приколом. Ну вот, блядь, я искал девушку, блядь, себе вообще пиздатую. Нашел. А толку от нее, как я, блядь, не знаю, как от руки ее. Да заебала, блядь. Сегодня всю свою жизнь просто излил душу. На себя деньги. Или на другую девушку, которую я знаю больше. Нахера ты вообще на телок деньги тратишь? Он ли на себя, все. Я он ли на себя, если потрачу, бля, вы не знаете, куда я могу потратить. Очень плохо. Ну ты мозгами думай. Да. Думать некуда. Блять. Забавный парень. Сейчас надо ждать, пока мне тут все поменяют. У меня все разъебано. Состояние масла шины. Вам денег ебать сейчас насыпется. Ой, блять, шиномонтаж самое долгое вроде. О, заебись, погодите сейчас. Все, заебись. Шиномонтаж. А у меня вообще заебись. Кто-то баньку топит. Солнышко светит. Прям в букве П. Тачки ходят.
О, ты где? Вот вот мигалок и нету. Заебал. Куда ты пропал? Меня кинули. Всем пока. Перевезли на монтаж. Пятерочку пойду. Спасибо большое всем за просмотр. Обязательно пишите в комментарии, куда нам пойти еще на родине. Меня хотели повезти куда-то, но чела тупошнула из игры. И я осталась одна. Поэтому пишите, с кем-то в следующий раз можем поездить поболтать. Всем пока.